вам. У вас хорошая, прекрасная, красивая семья. Это многое стоит. Человек столько лет живет, оглядывается, знаете, когда видит свою семью вот такую прекрасную, он скажет, ну, я не зря прожил. Это ваша заслуга. Можно громче? Здорово. Давид, я к вам прихожу. Дябаху, дябаху. Это серьезно, спасибо большое. Я поддерживаю этот тост, пью за вашу супружескую чету, за кронпринца осетинского престола, за дорогого нашего Георгия, дай бог счастья ему, замечательный мальчик. Абхазы всегда говорили о том, что вот надо дождаться 7 лет, когда стукнет, когда будет мальчику, чтобы понять, каким он будет, будет ли он великим, будет ли он прощелыгой, несостоявшимся человеком. Вашему сыну 9 лет, но 9-летние так глубокомысленно, так красиво, так мудро не говорят, не размышляют, как ваш сын. Дай Бог счастья, дай Бог от всей души, всех вам благ. Вот, мы сейчас находимся в Новом Афоне. Это вот Белый пляж. Это просто уникальное место. Я сегодня так рад, что Славик Саканья организовал вам вот именно посещение этого Белого пляжа. Молодец, молодец его сын, его молодец, молодцы его друзья. Это Эснат Сагария, это Миша Цкуа, я не знаю еще кто в команде, но я просто в восторге. В восторге от идеи. Я вижу будущее в глазах этой молодежи и в деяниях этой молодежи. Спасибо тебе, Славик, за такого сына, за... В общем, за это сокровище нации. Я ничего не спутал. Тут не за саканьевцев или сагариевцев тост, тут за наниевцев тост. Но тем не менее, когда я сказал сокровище нации, сокровище нации, туда входит и твой сын. Спасибо. Мне вообще надо какого-то оператора на общественных началах, либо чтобы я ему платил, потому что я все сам снимаю, а в кадре меня не видно. Ты хочешь сам все делать. Да. Лицо тебя, да. Давид, за мою супругу сказал, что вот наш старший Славик, огромное спасибо. Дай Бог. Женщина многое, наверное, не положено тоже говорить, но я как старший, вот все-таки вот нашей семье от ее лица, я хочу выпить за ваши вторые половины. Спасибо. Потому что не каждый мужчина может себе похвастаться своими делами. Если женщины в доме нету, если хозяйка не в доме, то это действительно такая вот семья, где не совсем дом. Золотые слова. Так что за всех женщин, я пью за всех женщин Абхазии, за всех женщин Осетии, за всех женщин вообще всего мира. Дай Бог всем здоровья, любви, удачи. И самое главное, чтобы они всегда чувствовали тылы со стороны мужского мужа. Почему? Потому что если отлично. Мужчин не будет рядом, то они сами будут сами. Все будут. Верно. Башарам бумбира, фидар нани шуару шаму тухшау загад, аллах ису. На данном это Юля на другой начале. А два слова ей сказать нельзя? Много, но женщины много не будут говорить. Ну, только хорошо. По-русски пускай она скажет. Ну хорошо. Давайте. Спасибо большое за это. Сидя. Я вас прошу. Сидя. От всей души благодарю прекрасный народ, прекрасных людей, замечательную страну. Абхазию я первый раз. Надеюсь, что я сюда еще вернусь. Дай Бог. Большое всем спасибо. Омен. Амен. Хуцау. Амен. Хуцау. Чуть-чуть надо отпить. А что чуть-чуть? Надо до дна. Это тост такой контрольный. Тебе можно сегодня... Какая разница между контрольным
и неконтрольная. Это значимость. Не пьющая она, из-за этого я. Она не пьющая, поэтому. Расслабься чуть-чуть. Ну все равно, все равно. Эфир прерывается, но не по техническим причинам, а просто по причине того, что скоро будет серия номер 3. Не надо.